Привет, друзья! Студия Best Racer представляет WRC, мировое ралли. Так как здесь в основном ничего не понятно, я решил сделать несколько роликов. Это школа ралли. Итак, первое базовое обучение. Не превышать 129 км в час. Держаться траектории, то есть трассы, не выезжать за рамки ее и остановиться в специальной зоне. Ну, вот она указана. То есть мне надо проехать вот такой вот круг почти и остановиться в синей зоне. Итак, поехали. Первый раз я уже проехал это вчера, пробный, когда испытывал педали и руль. И сейчас проедем гравий и асфальт. Итак, чтобы выбрать, это надо, например, выбрать гравий и поехать. Посмотреть, что здесь получится. Ну и также вы можете, легко посмотрев эти видео, по тому, что здесь от вас хотят, понять и проехать также. Потому что посмотрел, только 40% проехало из людей вот это вот обучение. 46% во всем стиме. Итак, нам дали вот такую вот машину. И тут также говорят, что надо сделать. Итак, проехать не быстрее 129 км в час, держаться траектории, остановиться на синей линии, в синей зоне. Так что это все легко. Итак, поехали. Ручник у меня. Стартуем с ручника. Игра еще достаточно глючноватая. Имеются фризы, так что так, куда мне дальше ехать? Ручничок. Не больше 130. И сейчас будет торможение. Получилось? Есть. Вот такая вот базовая школа. Но это интересно, и будете знать, как кататься. Итак, раз, два, прошел, и асфальт. Нажимаем согласиться. И а что надо сделать? Вот, выбрать сессию. Выбираю сессию асфальт. Асфальт, и поехали. Судя по всему, асфальт должен быть самым легким. Минимальное скольжение. Не сильно едете, потому что вам не надо больше 139 ехать по скорости. Ну, все. Поехали. То же самое, 129, не превышаем, держимся траектории, останавливаемся на синей отметке. Поехали. Зажимаем ручник. Набираем нужные обороты нам, не полный газ. И поехали. Зацеп очень сильный. Ну, как-то так получилось. Машина совсем не скользит. Просто как вкопанная становится на асфальте. Но мы прошли. Итак, первый урок пройден. Смотрим на результаты. Комплект. Все. Идем дальше. И следующее у нас будет
я вышел вообще. Следующее обучение будет в следующем видео. Нравится? Заходите, смотрите. Всем пока!